Таймень, или обыкновенный таймень, пресноводная рыба рода таймени из семейства лососевых. Распространена в реках Сибири, Монголии, а также в некоторых притоках Амура, протекающих в Китае. В число промысловых видов таймень не входит, однако пользуется популярностью среди рыболовов-любителей. Таймень имеет торпедообразное тело, покрытое достаточно мелкой и плотной чешуей. Окраска рыбы в целом темная, спина почти черная, бока коричневые или сероватые с темными пятнышками, и только брюхо имеет светло-серый оттенок. В период нереста окрас тайменя становится медно-красным. В обычные места обитания тайменя – это быстрые реки, хотя встречается эта рыба и в озерах. Взрослые таймени обычно держатся поодиночке или парами, в то время как молодые рыбы предпочитают собираться в группы до 7 особей. Обыкновенный таймень – опасный хищник, практически не имеющий конкурентов в местах обитания.